Скалолажанне як від спорту набирает популярность. И могилевские школьники активно долучаются до руху скоральников вершиню. Так, у спаборництвах по скалолажанню у Кастричинском районе Могилева приняли удел 15 школьных команд. На скалодром у могилевской школе номер 41 узнялися амаль 90 человек. При начале движения участник теряет контакт с землей, опускается вниз, это считается срывом. Понятно? Узлісті на вышине по невеличких выступах. По сутности, это спорт, который обуджает природный интерес человека. Переодолевать себе, выпробовать уластные силы во умовах, близких до натуральной природы. Мы этот стенд построили совсем недавно. И, скажем так, буквально где-то чуть больше месяца он работает. Количество кружковцев увеличилось втрое за это время. Это не единственный стенд в Октябрьском районе. Их у нас в районе где-то порядка 5. Ну и, как показывает практика, очень востребована детьми. Дети очень интересуются. Вы видите, что заставлять их приходить в субботу в школу не нужно. Они все здесь, они все рады, довольны. Шмат кто занимается совсем недавно. Тут главное переодолеть страх, что называется, попрацевать над собой, говорят юниоры. Было очень страшно, я боялась, что я сорвусь, но я знала, что меня держат, но у меня все тряслось, но я все равно поборола свой страх. Сейчас у меня уже лучше выходит, у меня уже руки не трясутся, и у меня получается. Минимум выдатков, максимум эффективности. Спаборництвы выявили лепших. У лидерах господары пляцовки. Команда 41-й школы, 2-е и 3-е место. У 32-й и 5-й школы отповедно. Переможцы примут удел у областном этапе. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов. Новини региона.